Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будет очень интересное видео. Я перестановку решила сделать в зале, в рабочей комнате. Почему? Потому что, в общем, когда я сидела с этой стороны, мне надуло бок, то есть окно открыто и надувает прямо мне сбоку очень сильно, поэтому я решила переставить, точнее передвинуть, а все шкафчики я ставила на Сережу, он придет с работы и мне все передвинет. Еще хотела с вами отзывом поделиться на вот эту вот палку, которую я сейчас буду мыть полы. Это какая-то ужасная палка. Я вернусь все-таки в ленте сегодня акции, и я попросила Сережу, он купит нормальную палку, знаете, такую с губкой обычную, потому что с этой вся грязь падает, и ты постоянно протираешь еще раз. Вода не выжимается. Ну, в общем, наверное, если купить подороже такую вот с ведром, в принципе, удобно, наверное, будет и нормально. Но здесь я прям не мыла пол, а бесилась. То есть ей 0 из 5. Полочки Сережа не переставила. Сейчас здесь коробки красиво разложу, ценники приклеила. Еще много коробочек, полочек свободных. И я заказала, что вот сюда сейчас здесь стол будет. Вот этот вот стол. Вот сюда поставлю. И я заказала комодик, такой прикроватная тумба это называется, но я заказала вот сюда его. Это я сейчас все разберу, но сначала я хочу вместе с вами сейчас сделать рецептик. Увидела в Пинтересте, сохранила, и будем делать. Сейчас покажу, что для этого нужно, будем делать булочки вкусные. Матрас у меня вот так вот теперь выглядит, вот здесь все. Полочку я себе там поставила, просто не стала вам это показывать. Быстренько все поставила, разобрала, вот очень комфортно и удобно теперь будет мне работать. Рецепт из Pinterest, поэтому там рецепт не русский, все было не по-русски. Перевода никакого не было, то есть, чтобы скопировать даже нельзя. Поэтому я буду делать, добавлять свое. Нам нужно 2 упаковки творога. Сережа мне принес вот такой сегодня, 5%. Одно яйцо у меня маленькое, возможно, я думаю, может 2 добавить. Слоеное тесто это, чтобы сделать сами пирожки. И у меня песок. У меня сахарный с тростниковым тут в перемешку. Сначала творог. Буду все примерно класть, потому что, ну, непонятно, какой творог хороший. Завтра мне как раз в больницу сдавать кровь, и я потом, потому что на голодный желудок, я потом этими булочками перекушу. Надеюсь, получится вкусно. На завтрак идеально просто это. Одно яйцо. Был по рецепту, было под 250 грамм творога. 2 упаковки у него. И одно яйцо. Давайте сделаем одно яйцо. А я думаю, если одно яйцо, то может же не схватиться творог. Ну, в принципе, давайте одно яйцо. И сахар. Сахар он тоже там примерно клал. У меня тростниковый. Видите его тут? Что такое на нем? Много. Поэтому я побольше положу. Он вообще не сладкий обычно. Чтобы утром мне сладко было. Все, это весь рецепт. И теперь мы это все перемешиваем. Возьму новогоднюю лопаточку. У него было всего 3 ингредиента. Попробую, если вдруг... У меня яйца, кстати, деревенские. У брата мы спросили у него, у девушки, деревенские яйца. Они съездили за ними, вот мы просили побольше там взять. Купили у них. Нет, одного яйца достаточно, потому что у меня творога не так много. Все это надо, главное, перемешать тщательно. Творог очень мягкий, нежный. Сахар растворится. Забыла, нам нужно еще разогреть духовку. Сейчас пока не забыла, я это разогреваем. Еще нам нужна сейчас будет малина, но мне Сережа купил не ту. Не обратила внимания. Сейчас перемешаем тщательно. Сейчас я вам покажу, какой он купил. И вместе ее раскроем, посмотрим, что там внутри. Все, наша начинка готова. Я люблю простые рецепты. Смотрите, идеально для пирогов
А, ну вот, да, пироги, смузи и компотов. Ну, пироги-то начинку не сверху. Посмотрим. Ой! Мне нужна была малина, которая такая вот нетреснутая. А давайте, знаете, что тогда сделаем? Я прям ее в начинку добавлю. Там добавляется малина по бокам, а я в начинку добавлю. Потому что здесь вот есть целиковые. Мы их отложим. А есть вот такие вот. И сейчас все перемешаем. А из остальной я сделаю компот. Или смузи реально можно сделать. Добавлю побольше, чтобы начинка была вкусная. Ну, это уберем. Давайте посмотрим, что будет. Малина очень вкусно пахнет, но она не целиковая. Готово. Я еще сверху добавлю целые малинки. И теперь тесто. У меня вот такое. Я должна была купить другое. Но Сережа мне сказал, что того нету. И ну, это, знаете, как-то я не очень особо люблю. Оно уже мне приелось, это тесто. Ну, возьмем, что есть. Так. Я сначала сейчас разрежу сразу на 4 части, а потом раскатаем. Мельчить не буду, а то у меня всегда получается не очень. И теперь я немножко раскатаю их. Теперь надрезы мы делаем вот так. То есть вот эти штучки, они должны будут подняться. То есть их нужно прям прорезать. Даже побольше. Ну, мы их растянем сейчас. Теперь сюда кладем начинку. Так, мне надо ложечкой надо это сделать. Не знаю, сладкие они будут или нет. И распределяем вот так. Надеюсь, я правильно разрезала, и у меня сейчас все получится, потому что я забыла, как нужно правильно разрезать. И теперь вот эти вот уголочки мы складываем. И вот, по идее, вот сюда должна малина. Положить туда малину. Сейчас я попробую это сделать. А, еще нужно вот эти вот потом штучки смазать обязательно. Ну, вот так давайте положим. Целиковый, который. На все, наверное, не хватит ее. Посмотрим, что получится. Если вкусно, то я выложу рецепт. Я еще подумала, что все-таки по краям не нужно класть. Он не клал здесь по краям, потому что творог сейчас, возможно, может просто потечь. Поэтому я вот оставлю вот так, по краям не буду класть. И отправляем на пергамент вот такие вот... А, малинку. Красивые штучки. Не малина, а одно название. Ну и ладно. И делаем так всем. Теперь смазываем. Видите, какое у меня яичко желтенькое. Я смазываю, где тесто вот тут вот. Еще, знаете, какой минус я заметила? Малину лучше брать свежую, потому что вот эта вот малина, она же перемороженная и дала воду. То есть, видите, потекла. В принципе, пироги из нее же делают. Надеюсь, все получится. Первый раз делаю. Мало вообще пеку. Всегда. Потому что Сережа обычно на диете. А себе одной столько печь. Красиво получается. Надеюсь, будет также вкусно. Сейчас мы два съедим вечером. Еще творог остался. То есть на 8 штук хватит. Как раз 2 теста я истрачу. И... 4 у нас вот сейчас и 4 после вторым заходом.
Не знаю, сколько по времени, но посмотрим. Буду смотреть по тесту, как поднимется. Смазываем вот эти вот уголочки. Видите, уже творог немножко потек. Все, отправляем в духовку. Сейчас я сфотографирую. И отправляем в духовочку запекаться. И тесто еще осталось вот половинка. Поставила компот. Здесь клубника с огорода. Я ее заморозила, чтобы не испортилась. И с огорода... Так, смородина. Вот сейчас поставила компотик. Смотрите, как я много добавила творога. И они, видите, вытекают. Ну, надеюсь, все получится. Будем ждать.